Расследование по делу ДТП на блокпосту в Алматы близится к завершению. День фигуранта Азата Азаматова вновь переквалифицировали. Ему больше не вменяют умышленное убийство. Теперь дело расследуют по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Как оказалось, уже через три дня после ДТП в ходе следствия установили, что подозреваемый совершил наезд на полицейских неумышленно. Напомню, трагедия произошла 25 мая на одном из блокпостов Алматы. Водитель БМВ протаранил бетонное ограждение и въехал в патрульную машину. В салоне находились двое полицейских. Один скончался на месте, другой оказался в больнице. Еще один сотрудник был сбит на посту и тяжело ранен. Досудебное расследование по статье 345.1, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Стоит отметить, что по результатам медицинского освидетельствования у обвиняемого лица имелась средняя степень алкогольного опьянения. Уголовное дело сейчас на стадии ознакомления материалами сторон.